Итак, народ, всем привет. Это необычный обзор белорусского хрючева. Короче, очень сильно люблю бульбу стикс, но их очень мало можно найти. Вот в фикс-прайсе есть несколько вкусов. Это сметана, лук и этот, креветки и, по-моему, кетчуп. Это соломка. Есть еще чипсы бульба. Вот, и вкупе с этим еще попробуем сегодня пиво. Зашел в магазин белорусских продуктов, у нас их по Самаре как бы много, но выбор везде разный, и чипсы я нашел впервые, то есть я был в нескольких магазинах и впервые нашел бульбы стиксы, такой довольный, просто их купил. Даже в московском, ну типа есть, если любить белорусские продукты, там типа сайт какой-то московский, да, даже вот этого там типа практически нету, вот этих вкусовых, просто нет в наличии. Это, причем свежие, июнь 23-го года, годность до февраля 24-го. Это именно чипсы, потому что бульба стикс – это картофельная соломка, я чипсы бульбы еще не пробовал. Такой вкус я не пробовал, хотел его первым взять. Еще есть с боровиком и этот деревенские копчености, по-моему, еще есть. И там еще одна пачечка у меня с трюфельным соусом, но они белые и другие. Самое преимущество бульбы – то, что здесь нет пальмового масла. Это очень-очень вкусная солома, ну, картофельная соломка. И чипсы вот впервые сегодня сейчас попробуем. Второе – это пиво, которое нам теперь, я надеюсь, будут завозить вместо литовского Вульфс Энгельман. Кстати, оно гораздо лучше, чем литовский Вульфс Энгельман, там светлые лагеры. Еще какие-нибудь там АПА и ИПА классные есть, но их в обычных магазах нет, а только во всяких пивных шопах, так сказать. Вот. И если сравнивать обычный Вульфс Энгельман с теми вкусами, которые представлены в Пятерочке и Магните, вот это Лидское премиум. Обычный светлый лагерь, но очень качественный. Производится на пивзаводе Лидское пиво. Кстати, лимонад тоже делают офигенно уже. Сегодня второй пробовал лимонад оттуда. В чем нравится то, что здесь пинта 568, то есть 568 миллилитров. В принципе, в составе крепость 5,1, по-моему. Да. Самая, считаю, идеальная крепость для пива – это пятак. Выше пятака уже ну, спиртуозность там и так далее. То есть слишком не должно пиво таким быть, как по мне, как кажется. По составу здесь вода подготовленная, солод светлый пивоваренный, ячменный, хмель в гранулах, SO2 экстракт хмеля. Ну, в общем, ничего естественного. На самом деле, у большинства похожих лагеров, да, его же можно назвать, в принципе, лагером, это светлое пиво, обычное, это не крафтовое. Всегда в составе плюс-минус что-то одно и идет, но вкус у всего всегда разный, потому что это от качества самих продуктов зависит. Пил уже это пиво не один раз, очень сильно понравилось. Его сейчас очень тяжело найти, но я надеюсь, что оно будет массово продаваться. Отлично. Спиртуозности отбитой нету. Чистый лагерь. Крепость отличная. Чисто после вкуса есть что-то карамелизированное такое. Никаких вот этих сладостей и так далее. Ну, типа сахара там и так далее. Это не крафт, это обычный лагерь. Но пьется отлично. Стоимость где-то у него 110 рублей примерно в Пятерочке. Отлично. Достойная крепость. Отлично заходит. Офигенно. Надеюсь, что там еще несколько вариантов этого пива есть. Надеюсь, они тоже будут поставляться. Ну и чтобы массово этот Лидская премиум, чтобы оно массово продавалось, потому что если оно еще будет на скидочке где-то 99 или 90 стоить, это можно просто пачками скупать. Так, ну и открываем. Первый раз пробуем вот этот заморский крафт. Естественно, я взял вот этот вкус. Я вот, если вкусов, ну, если брать соломку, я говорю, я пробовал острый перец, он сладкий такой, сейчас его нет нигде. Кетчуп я пробовал, сметана, лук тоже, и с креветочным соусом тоже. А они у картофельной соломки, у этой бульбы стикс и бульба чипс,
У них там одни и те же вкусы. Поэтому плюс-минус, если бы я сейчас взял бы, например, с креветочным соусом, но чипсы, плюс-минус, наверное, было бы одно и то же. Так, завтра с пачки. Ну, похоже на этот лейс с крабом, когда лейс еще не был полной помойкой. Вот, но более такой приятный вкус. Обычные чипсы, не рифленые. Картофель качественный, в принципе. Самые дорогие чипсы, которые я хрумкал, это были Турлс. Вот, и в Турлсе чисто картошка, кстати, очень похожа вот на эту. Единственное, что по внешке, что сказать, здесь я не вижу на ней каких-то отдельных там специй. Еще что-то такого, но давайте на вкус попробуем. Ну, потому что там, типа, прям вот отдельно на каждой чипсинке там следы овощей, там еще что-то, то есть лук какие-то там, ну, тертые, сухие, я имею в виду. Угу. Немного напоминает, кстати, стиксы с этим. Вкус соуса из креветок. Есть что-то общее. По поводу лейса с крабом отдаленно что-то напоминает, но вкус более естественный. Не знаю, как объяснить. По составу это просто ароматизатор краб там с всяких интересностей, понятное дело, да, но я вспомнил, это не лейс с крабом, это Принглс с крабом. Но Принглс гораздо более сладкий, не всем нравится, вот, в отличие от вот этого, кстати. Это не такое сладкое. Я не помню, лейс с крабом же тоже есть, да. Вот, но в принципе, каждый вот этот вкус краба, он примерно должен быть похожим, но при этом отличается, соответственно. Здесь чувствуется, во-первых, здесь офигенная картошка. Это первый раз я пробую не стиксы, не картофельные палочки, а именно чипсы бульба. Вот, и качество картофеля офигенное, это самое главное. Это очень качественная картошка. Ну, в принципе, что сказать. Вам желаю... Если есть возможность, найдите в белорусских продуктах бульбу. Или просто как он называется, в фикс-прайсе, хотя бы попробуйте соус из креветок или сметанный лук. Это прекрасные картофельные палочки. Пиво по своей цене оценивать не буду, потому что я люблю крафтовое, но отличный светлый лагерь без жесткой спиртуозности. По своей цене Вульфсен Гельман он делает 100%. Ну вот, надеемся, что его больше будет заводить. Если будет стоить дешевле, аналогов нет. То есть, если мне скажут, например, если я иду в какой-то Магнит или в Пятерочку, мне бы сказали, вот что бы ты выбрал за 110-120 рублей. Ингельман, Шпатен или Лицкая, я бы взял Лицкую. По поводу чипсов, учитывая... что качество чипсов падает вниз, вниз, вниз. А стоимость все растет вверх, вверх, вверх. Я бы рекомендовал такие чипсы. Здесь 150 грамм. В разных белорусских магазинах, вот магазины белорусских продуктов, которые у нас в России, да, я уверен, что они по-разному бы стоили. Например, вот эта пачка 150 грамм 140 рублей стоит, что недешево, в принципе. Потому что бульба стикс 120 грамм в упаковке, и они стоят до сотки в фикс прайсе. Там 120 грамм, и что они 70 или 80, что-то около того они там стоят. Вот, поэтому цена не слабая, но я просто очень хотел этот вкус попробовать. Вот. Чипсарям десятку, пивчику 9. По оценке просто, потому что, типа... Ну, в принципе, до чего докопаться только? То, что, ну, 110, в принципе, норм. Я говорю, если 90 рублей, на скидочке десяточка. Все, на этом у нас все. Пошел дальше хавать за камерой.
Всем приятного аппетита и хорошего настроения. Всем пока!